как-то сильно внимания не обращаю. Самые большие комментарии были, вот Шадрух был, как зовут? Славик. Там, ну, реально правка была мощная, хорошая. И люди, которые не понимают, как это работает, они пишут там вот эти моменты, вот. А человек должен как объяснить, он, скажем, пояснить, почему он считает, что это опасно. Когда это голословное получается, ну это что? Это получается, слово не имеет силы, вот. Там опасно, все понимают, что опасно даже на массаж ходить, правильно? Если там, мы же говорили с вами в прошлый раз, вот вы, когда длинные мышцы, вот тут, даже трогать нельзя, сейчас уже можно все. Конечно. Ну я вот ощутила, он на турнике висел, потом вот уже последнюю неделю, я говорю, Леш, ну я не знаю, я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, прям вот, ну, намного лучше стало, ощутимо даже, как-то трогаешь это место. Конечно. Декомпрессия, когда прошла в прошлый раз, позвонки раздвигаться, пошло питание, кровообращение, кислорода. Так, давайте сюда остановитесь, пожалуйста, буду меняться, а то мне сюда сюда неудобно. Поэтому, конечно, когда пишут, не понимают, что это. И кто пишет, он же никогда ни разу не будет. Вот, и дай бог не будет, потому что люди должны прийти на лечение, а не вот эта болтовня. Пишут эти мануальные терапевты, которые вот. Прошли курсы это. Вот. Поэтому. Терпимо все. Хорошо. Интересно, да, разговор? Так что можете разговаривать? Хорошо. Мы не должны быть зависимы от комментариев людей. Да? Я думаю, может, людям действительно что-то интересно. Я думаю, как бы, ну вот мы, например, там важно видеть, смотреть, потом как бы осознавать, надо это тебе или не надо, описать, слушать как бы каждое слово оператора. Важно понять. Неважно. Значит, да, люди есть, которые смотрят не для того, чтобы прийти на лечение, а для того, чтобы просто пофилософствовать. А, размышлять, поговорить, да? Поразмышлять. Вот, я могу найти там какие-то моменты, там какие-то, это лечение, то есть опять, когда опасно, нужно посмотреть, что было до и после. Вот. И если человек не понимает, как это устроено, как это работает, тот же волновой метод или что-то еще, и не может это никак объяснить, то как это можно об этом говорить? Вот. Поэтому я считаю так. Правильно, я думаю, нет? Да, конечно. Вот. Сколько, помните, в репе написали комментарии, люди, которые не были ни разу, как они могут знать? Вот. Не, у меня прям на работе был это всплеск, все номера просят, вот сейчас тут у женщины дочка работает здесь, в Ростове живет, вот она тоже на днях должна сейчас с работы вырваться, буду звонить, записываться. Очень хочет. Да, много у меня начали звонить, спрашивать. А, ну видели, что вы жили. Да, да. Ну и вот тоже, которая здесь живет, она говорит, ну, мама, ладно, мол, я ей, говорит, звоню, рассказываю. Она, нет, ну раз проверенный, значит, пойду схожу. До этого никуда, говорит, не соглашалась. И сейчас, видите, у вас тут такая ситуация, ну, скажем так, опасно на грани. Я же, помните, как я говорю, ну, нету допуска, нету, вот, нету. Вот. А сейчас, вот если в прошлый раз пройти, это вот, неизвестно вообще, что было. Еще съемка идет. Сколько свидетелей, представляете? Поэтому важно же помочь, не навредить. Поэтому... Сейчас будет еще лучше, когда станет. Сейчас уже больше у нас есть допуска, возможности. Вы не ответите? Пожалуйста, до свидания. Я думаю, раз вы снимаете, вы еще и... Не, я-то могу ответить, но что я им скажу? Скажу, занято. Занято. Перезвоните позже. На недельки перезвоните.
мне всегда хотелось вникать в комментарии, которые пишут, ну, понимать. Вот если со стороны посмотреть, ну, понимаешь, вот люди просто думают в голове какому-то человеку, опасно, нельзя делать, а вот, и все. Я вот 6 лет когда учился, нас тоже этому не учили. Вот, но главное оставлять место в голове, что мы что-то можем не понимать. Да. Я многого не понимаю, об этом говорю. Но когда не понимаю, не говорю там, вот он там шарлатан или что-то еще. Надо понять, когда метод работает. А теперь не понимаю, за что это? У нас как шарлатан переводится? Как шарлатан переводится слово? Думаю, шарлатан это мошенник. Ну да, жулик. Вот. Вот люди, которые пишут шарлатан, это редко бывает, удаляются комментарии. Когда человек пишет шарлатан, он не может объяснить, почему. Он сам получается мошенник. Действительно. Я когда вот что-то не понимал, когда еще в РМУ работал, все, я говорю, что я не понимаю, что, ну, и бывают вот сложные случаи, были в Набережных Челнах, есть Эдуард, помощник Костоправ, по видеосвязи выходили, с ним вопрос решали, потом в Германии Игорь тоже. То есть сложные вопросы, я не все знаю ответы, и, но я стараюсь помочь, поэтому вот так вот. Еще больше дастся кровообращение питания, вообще будет супер. Просто уже больше есть. Добирание чуть потерпеть. Видел Репина видео было. Там вообще настолько оно классное. Там вопрос решился. Комментарии пишут, у вас, говорит, оператор громко дышит, замените его. Перейди на другой канал, посмотри там другой. Этот, у нас же вопрос про лечение идет, правильно? Вот. Поэтому вот такие моменты. Может быть, я ошибаюсь, вот, скажите, может. По-другому надо это надо смотреть. Да. Так, меняйте местами, пожалуйста. Вы вспомните, когда я здесь трогал, где я вот считал позвонки, да, вот здесь, да. Уже было больно. Вот, вы, пожалуйста, я вас очень прошу, висите на турнике, потому что здесь настолько хорошо все идет, это очень ценно, потому что мышцы хорошие, а у вас мышцы хорошие, это у нас большое преимущество. Вот, это у нас все эти карты на руках. Так, на бок ко мне лицом, пожалуйста, лежите. Еще сильнее. Еще. На спину, пожалуйста. Так, чуть выше поднимитесь, пожалуйста. Уже одни боли, нигде ничего. 14.
Так, сейчас дернем, помните, да? Печень в тот раз. Сколько она бы времени болела печень потом? Да, быстро. Но она сразу опустила. Даже что-то если тянется, это же можете перестраивать. Ну, сфокировать печень. Ну, давай. Ну, мы же вопрос-то решаем по это, да. Лежите, лежите, лежите. Два дня бывают там ломки сильные. Поэтому... Все понятно. Вы уже привыкли, да? Добрый день, Артём. День добрый. Так, чуть-чуть, наверное, сюда. Угу. Полное расслабление. Легче, легче еще. Полное расслабление. Это на видео конфет. Кстати, конфеты очень вкусные, красненькие. Налево. Я по-твоему уже привык не слышать. Да, это успокаивает нервную систему. Так, голову вперед. Все, не поднимаем, хорошо? Сейчас будет чуть-чуть больнее, чем в прошлый раз. Терпимо? Да. Какое у нас тихое видео, да, сегодня? Да, да. Там, смиренно... Я музыку слушаю. А, музыка, музыка такая хорошая. Музыка это... Стоп, встаю Татьяну. Я выманил музыку. Хорошая такая, это... С жестами мы общаемся, да? Так, головой к большему кругу. Конфету хочешь? Это она про конфеты услышала. Конфета спрашивает. Да, можно наворовать, я говорю, пока не поделил. Так, как шею? Так, давайте потихоньку маечку одевайте, идти ко мне обратно. Сынок, сажитесь, пожалуйста. Вот уже вчера мы не делали, сейчас делаем наоборот. Руки за голову, замок. О, вот, не-не-не-не. Вот так вот. Замок, замок. Вот так. Пальцы в палец. А, вот так. Да, 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 да. Расслабляем. Еще сильнее. Вдох, выдох. Ну что, он успел, отправился, все, сделал. Все. Так. Вперед пакетику. Да я пришел. Костоправу пришел, слушай. Я тебе говорил, 11:40. Да. Нет, Артём. Еще сильней. Да я только пришел, я еще в очереди. Иди сижу. До свидания, не дорогаясь. Жду еще пока, ну в очереди сижу. Как человек там. Так а что в итоге, когда ты говоришь, 3 часа мы пойдем? Ты говоришь, что 3 часа. 10. А теперь вспомните, как было в прошлый раз. 3 часа приходить в банк. Вот, но это я ваш труд, потому что вы на турнике хаш нужно. Да, ой, каждый день не успеваем варить вот. По много. Помните, когда я говорил первый раз, говорю, даже если не идеально будет, там позвонки, зато не будет чувствовать этих моментов. Вот этот сросшийся позвонок. Который как раз говорится, а он в свое время, как, когда вот помните, что вы там ящики дали, был, что? Когда был рывок, да, он сместился и пошел уже обрастать солями, но сейчас вот это питание. Вы видите уже, извините, присаживайтесь. Что в моих силах все делаю? Куда? Это, даже как? Остается сюда защита. Как, тут мы на грани идем. Особенно если учить, что вы приходите с камерой. Поэтому их хорошо получается благодаря мышцам. 19. Поэтому 19 быстрее. Мы на верном пути. Энергия аж чувствует эту дуду.
Если бы были не были с телефоном, подошли по это. Да, не, надо доснимать. Прям. Дай Бог здоровья. Можно одеваться. Спасибо. По благо.